Я никогда не верил в НЛО. Более того, я и сейчас в них не верю. Ну, посудите сами, как можно верить в то, что сопровождает тебя, ну, если не постоянно, то достаточно часто? Для меня этот вопрос звучит так же нелепо, как если бы у меня спросили, верю ли я в калькулятор или в трамвай, ну, или, допустим, в тот же смартфон, который, между прочим, не так давно перестал быть фантастикой. И вот представьте себе картину. Где-то в середине 80-х годов кто-то на полном серьезе начинает описывать все возможности совершенно обыденного, не самого лучшего качества китайского смартфона. Ну и как вы думаете, какая судьба его ожидает? Как минимум, он даже внятно не сможет объяснить, что же это такое. Люди его просто не поймут. Ну а как максимум, это психиатрический стационар. А вот НЛО – это совсем другое дело. Более того, скажу я вам, рассказчика будут постоянно перебивать и только с одной единственной целью – дабы внести в его рассказ какие-то важные детали и уточнения. Поэтому вопрос о вере в НЛО для любого жителя нашего небольшого военного городка, который тогда назывался Мурманск-150, в те времена звучал так же нелепо, как вопрос, а веришь ли ты в дерево. И возникает некая парадоксальная ситуация. То, что сейчас является обыденностью, в те далекие 80-е было фантастикой, ну а то, что тогда было обыденностью, сейчас для многих это так и продолжает оставаться фантастикой. Единственный вопрос, на который так никто толком ответить и не сумел, чем же эти НЛО являлись на самом деле? Жители нашего городка, начиная от домохозяек и заканчивая особистами, также не могли прийти к единому мнению. Но официальная версия все же звучала так. Это происки американцев и их военно-технические разработки, то есть спутники-шпионы. Между прочим, американская официальная версия звучала точно так же. А между тем, НЛО вели себя как минимум нагло. Им было мало того, что они просто летали. Они начали сопровождать наши подлодки, и не только на небе, но и под водой. Подводные НЛО называли квакерами. Ну а так как в своих сказках я рассказываю только те истории, которые происходили лично со мной, либо при моем непосредственном участии, то начну я, пожалуй, с истории о том, как из-за проделок НЛО чуть было не случилось Третья мировая ядерная война. Учился я тогда то ли в 5-м, то ли в 6-м классе. Точно не помню, но хорошо запомнилось то, что на уроке я приходил ко второй смене. Современные школяры, наверное, даже и не знают, что это такое. Вторая смена – это когда первый урок у тебя начинается не с утра, а во второй половине дня. Ну и уроки, соответственно, заканчиваются вечером. Не знаю, кому как, мне вторая смена не нравилась. Это только на первый взгляд кажется, что уроки начинаются поздно, с утра можно поспать. На деле же мне лично поспать не удавалось. И идешь ты такой в школу, и тебе все еще предстоит, а навстречу тебе идут уже те, кто отучился. В общем, как говорится, ни туда, ни сюда. Единственный момент, который меня во всем этом радовал, это уроки физкультуры. Особенно, когда у нас начинались лыжи. А происходило это обычно ближе к весне. Полярная ночь к тому времени уже практически сходила на нет, световой день удлинялся, и утро наступало тогда, когда оно должно было наступать. Ну и, как вы уже догадались, уроки физкультуры у нас проходили в первой половине дня. Урока 2 или 3 я честно посетил. На лыжах я бегал достаточно неплохо, даже поначалу какие-то места на соревнованиях занимал, но на самих уроках мне было скучно. Суть урока всегда была одинакова. Сначала мы собирались, ждали опоздавших девочек, потом нарезали круги по болоту, я уже не помню, то ли 3 километра, то ли 5, ну и в конце можно было покататься с горки. Обязаловку я проходил достаточно быстро,
получал положенную мне пятерку, катался с горки и шел домой. Ну а потом в школу. И так бы это все и происходило, если бы не один случай. После второго или третьего урока, то ли на перемене, то ли на классном часе, Надежда Григорьевна Низина, так звали нашу учительницу физкультуры, решила выяснить, почему некоторые ученики и ученицы не ходят на ее уроки. И оправдания прогульщиков навели меня на весьма интересную мысль. А оправдания были банальными. Лыжи сломались, креплений нет, ботинки жмут. В общем, какая-то чушь. Но самое главное заключалось в том, что никакого наказания за это не последовало. Единственное, что сказала Надежда Григорьевна, это если они не будут ходить на ее уроки, максимум, на что они могут рассчитывать в четверти, это на трояк. И вот тут в моей голове созрел план. Не знаю, догадались вы или нет, но лыжи у меня сломались тут же, и вместо уроков физкультуры я начал ходить на рыбалку. Ну и раз на третий я попался. Иду я, значит, такой радостный, возвращаясь с озера гитара, в день урока, конечно же, уже подхожу к дому и сталкиваюсь нос к носу с Надеждой Григорьевной. «Лыжи», — говорит она, — «у тебя сломались, да?» Я что-то промычал ей в ответ, а она, значит, продолжает. «Так сколько ты сегодня прошел?» «Да не знаю», — говорю, — «я вот на гитару и обратно». «А еще куда ходишь во время моих уроков?» «Ну, на рога-то еще бегаю. Времени-то мало», — отвечаю я. Надежда Григорьевна на некоторое время задумалась, как будто что-то прикидывая и подсчитывая, а потом и говорит. «В общем так, на мои уроки до окончания лыж можешь не ходить, но с условиями ты продолжаешь ходить на свою рыбалку». «Ну и чтоб на всех соревнованиях был», — сказала она, развернулась и ушла. Я какое-то время постоял в недоумении. Трояк так трояк. Что делать? И пошел домой. Нет, ну я, конечно, пытался выловить ее на перемене, поговорить. А она меня все отшивала со словами: «Я тебе что сказала?» «Вот и делай». Ну я и делал. Да еще с каким удовольствием. Ну а когда закончилась четверть, и у нас собрали, а потом вернули дневники, чтобы учителя проставили оценки, вместо ожидаемой тройки в четверти я увидел пятерку. Однако вернемся к нашей истории. Тот день был самый что ни на есть обычный. Такие дни принято называть рутинными, и они обычно не запоминаются. Независимо от сезона, будь то поздняя осень, зима или ранняя весна, картина за окном всегда примерно одинакова. Темно и снег. Вот и в тот день было точно так же. Примерно до четвертого урока все шло как обычно. А вот на четвертом уроке, примерно где-то с его середины, вдруг ни с того ни с сего завыла сирена. Ужасно мерзкий и страшный звук, не правда ли? Но мы тогда даже не испугались. А знаете почему? Дело в том, что этот звук мы на протяжении многих лет каждый день слышали ровно в 12 часов. И это означало только одно. Наступил полдень. И этот рефлекс в нас настолько выработался, что когда в тот день сирена прозвучала в неурочный час, мы просто удивились. Мол, чё это она? На нашу учительницу сирена произвела точно такое же впечатление, как и на нас, мимолетное удивление и не более, и урок продолжился. А минут, наверное, через 10 дверь открылась, и кто-то учительницу позвал из класса. Обычно, когда учительница выходит из класса во время урока, что бывает крайне редко, мы начинаем беситься. А тут, словно она и не выходила никуда. Гробовая тишина, и мы сидим. И дело тут не в сирене, которая выла буквально несколько минут назад. По сути, мы о ней и забыли даже. Было что-то совсем другое. Как будто в воздухе что-то витало. Что-то страшное и опасное. А учительницы все нет и нет.
Ну и любопытство, естественно, взяло верх. Тем более, что из школьного коридора начали доноситься голоса, в том числе и незнакомые мужские. А еще в тот день так интересно совпало, что наш класс, в котором проводился тот самый урок, находился на том же этаже и неподалеку от учительской. Ну и тут же, естественно, образовалась группа разведчиков, которая попыталась выйти в школьный коридор, чтобы выяснить, что же произошло. Но их быстро загнали обратно. Но тем не менее удалось выяснить, что около учительской стоят все учителя и какие-то военные. Вторая попытка вылазки разведчиков была гораздо успешнее. Вместо того, чтобы открыто ломиться прямо в коридор, было решено чуть-чуть приоткрыть дверь и послушать, что же там происходит. Но кроме обрывочных фраз, таких как «классный руководитель», «организованно выходим», толком разобрать не удалось. А урок-то тем временем кончился, но никакого звонка не последовало. Более того, мы не обратили на это внимания. «Было ли нам страшно?» – спросите вы. Да ничуть. Все происходящее казалось нам увлекательным и интересным. А потом вернулась учительница в сопровождении нашей классной руководительницы. Наша классная осталась, а учительница ушла. Ну и мы давай ее пытать, мол, что да как. А она сама толком ничего и не знает. Мол, учения какие-то внеплановые, что через городок будет двигаться какая-то колонна, и поэтому перемена отменяется, а вместо нее будет классный час. Сколько надо, столько и будет. И никаких при этом можно выйти. Ну, в общем, начался этот самый классный час. Но проходил он как-то, я даже не знаю, какое слово-то и подобрать. В общем, чтобы нас хоть чем-то занять. Но явно было видно, что наша классная ждет какого-то сигнала. Она то и дело косилась на дверь, и не то чтобы нервничала, скорее она была рассеянной. Потом она ни с того ни с сего начала говорить нам, что так как мы являемся детьми офицеров-подводников, то мы второй эшелон, и сначала родину должны защищать и погибать за нее наши отцы, ну а мы, соответственно, следующие. Меня эта фраза крайне возмутила, и я задал ей простой вопрос. А почему, собственно, так сложилось, что за родину обязательно нужно умирать? Почему за родину нельзя просто жить? В обычных условиях и на обычном классном часе это бы вызвало перепалку, но не в этот раз. А потом в дверях нашего класса появилась зауч, и учительница спешно вышла. Вернулась она буквально через минуту и с облегчением выдохнула. Урок окончен, больше сегодня уроков не будет, поэтому расходитесь по домам. А потом прозвенел звонок. А когда я с одноклассниками вышел из школы на улицу, то мы увидели, как к вертолетной площадке, которая располагалась неподалеку от нашей школы, приближался, заходя на посадку, вертолет. Событие это достаточно редкое, но означало оно только одно. К нам прилетело какое-то высокое начальство. Ну и потом, по дороге домой, над нами пролетело несколько истребителей в сторону Килпьявра. Ну и, по сути, в этот день больше ничего и не происходило. За исключением того, что мой отец в этот вечер со службы не вернулся. Ну и этот момент для нас был в те времена в порядке вещей. В общем, остаток этого дня прошел как обычно. Никто ничего толком не знал, и все странности этого дня списали на обычные внеплановые учения. Следующий день прошел также спокойно и рутинно. Вечером со службы вернулся отец, но я даже и не помню, спрашивали мы у него или не спрашивали. В общем, с его возвращением никакой новой информации не появилось. И так бы эта история и сошла бы на нет. Вернее, не совсем так. Эту историю где-то в середине 90-х годов массово публиковали в различных печатных изданиях, а затем ее подхватила РЕН-ТВ. Причем и тем нужно отдать должное. Суть самих событий они не исказили. Единственное, что было искажено, даже не искажено, а перенесено в какое-то эфемерное пространство, это место действия. Ну и были добавлены какие-то несущественные нюансы. Сама же история была настолько фантастична, что, по сути, и добавлять туда уже что-то было незачем. Я же, в свою очередь, узнал о происходящих в тот день событиях
угадайте где? Ну, конечно же, в той самой вездесущей и всезнающей очереди. В одном из своих выпусков я уже как-то рассказывал о том, как предсказания тетушек, стоящих в очереди за колбасой, доводили буквально до истерики особый отдел. Очередь овладела буквально любой информацией, независимо от ее степени секретности. Один из самых ярких примеров – это предсказание точной даты возвращения подлодок из автономки. Удивительным и необъяснимым в этом предсказании было то, что даже высшие чины командования ВМФ изначально определяли только примерные сроки возвращения подлодки на базу. Точную же дату устанавливали ближе к концу самой автономки. И это была государственная тайна. Очередь же знала обо всем заранее, то есть еще до того, как командование принимало решение о возвращении. И на моей памяти не ошибалась ни разу. Так что же произошло на самом деле в тот самый день? Я буду рассказывать обобщенную версию, которая в дальнейшем подтверждалась разными источниками, в том числе и со слов непосредственных участников событий. В тот день активность НЛО была такой, как никогда. То есть они не просто летали, нарушая наши границы и законы физики, но и докучали нашим ракетчикам и вторгались на наши секретные базы, зависая там, как бы наблюдая за ними. Забегая вперед, сразу скажу, что на норвежской базе НАТО неподалеку от города Тремсе события происходили практически с точностью зеркального отражения. Там они творили то же самое, что и у нас, и в той же последовательности. Все попытки наших военных хоть как-то им противодействовать поначалу не приносили никакого результата. Ну а потом произошло одно очень странное событие. К делу подключились наши летчики. И вот тут свидетельские показания расходятся. Одни говорят, что удалось все-таки подбить, причем сделали это наши ракетчики. Другие говорят, что подбили летчики. Ну а третьи, что это вообще сделал рядовой Бельдыев, который в тот момент стоял на вышке. Причем в третью версию я лично верю больше. У норвегов произошла аналогичная ситуация, только вместо рядового Бельдыева там фигурирует некий сержант Йоханссон. Ну а дальше события развивались стремительно. Пилотов или хозяев НЛО этот факт возмутил, и они решили преподать урок наглым землянам. Буквально через некоторое время и наши, и норвежские ракетчики получили сообщение о том, что ракеты с ядерными боеголовками готовы к запуску. А потом они взлетели и полетели навстречу друг к другу. Две ракеты с нашей стороны и две с норвежской. И я понимаю, что любой военный, имеющий хоть какое-то отношение к ракетным войскам, скажет вам, что такое невозможно в принципе, и начнет перечислять огромное количество доводов, не позволяющих это сделать. И я полностью соглашусь с этими доводами, потому что тоже кое-что знаю. Но факт остается фактом. Ракеты полетели навстречу друг другу. И вот тут нужно отдать должное нашим летчикам. Только благодаря им, вместо того, чтобы превратиться в ядерный пепел, мы сидим и слушаем эту сказку. Все ракеты удалось нейтрализовать где-то в нейтральных водах. Я не знаю, какие действия предпринимали наши и норвежские военные для того, чтобы уладить этот нешуточный конфликт. Может быть, они показывали друг другу сбитые НЛО. Может быть, в этот процесс вмешались сами хозяева сбитых объектов и провели, наконец, трехсторонние переговоры, результатом которых стало что? Ряд соглашений о разоружении. Тут уж, как говорится, можно выбирать версию по вкусу. Но факт остается фактом. Противодействующие стороны начали разоружаться. Ну а что касается НЛО, их активность заметно снизилась. Летать они, конечно же, не перестали, и летают они там до сих пор, но гораздо реже, стараясь не привлекать к себе внимания. Я же после этих событий начал писать фантастические повести, которые пользовались бешеной популярностью среди моих одноклассников.
Сюжеты моих произведений были по-детски наивными, но фишка была в том, что главными героями моих фантастических повестей были все те же мои дорогие и любимые одноклассники. Некоторых я даже шантажировал. Ну, например, не дашь списать алгебру, погибнешь в следующей главе. Ну а так как никто погибать не хотел, а слово «совсем», то я списывал не только алгебру, но и даже кассеты с новым альбомом Modern Talking и прочими Bad Boys Blue. В общем, профессия писателя-фантаста мне безумно нравилась. Кстати, знаете, что было самое забавное в этих произведениях? Вернее, что именно в них являлось фантастикой? Да абсолютно все, кроме НЛО. После того, как они чуть не устроили нам Третью мировую войну, их активность значительно снизилась. Но летать-то они не перестали, и истории не закончились. Но это уже совсем другая сказка.